сегодня госпожа Набиуллина продолжает защищать ростовщиков, которые не просто вгоняют население в долги, не только провоцируют рост импорта, про замещение я уже вообще молчу, но и провоцируют фактически новый полномасштабный кризис, когда их снова придется спасать. Вы не ослышались. Если кредитная вакханалия будет продолжаться в нынешнем виде, именно жирных котов в первую очередь будет спасать государство. Это если обычный человек не выполнит свои обязательства перед банком, на него тут же натравливают коллекторов. Если же не справляется ростовщик, в него вливают триллионы рублей. Вспомните кризис 2008-2009 годов, а после события 2014-2015, когда в банке специально закачивались деньги только для того, чтобы они могли проводить платежи. Сотни миллиардов рублей налогоплательщиков достались тем, кто наживается на народе, загоняя его в долговую яму.